Российский военный корабль был атакован в акватории Черного моря. Речь идет о разведывательном корабле «Иван Хурс», который утром, выходя из пролива Босфор, попал под прицел тремя морскими беспилотниками. Как сообщают российские телеграм-каналы, якобы морякам удалось отразить атаку, и корабль не поврежден. Власти полуострова эту информацию не комментируют. Отметим, что про крейсер «Москва» ранее также писали, что на судне произошел пожар. Оказалось, достояние российского флота на дне. Тем временем Крымский мост был закрыт для транспорта. Причиной называют якобы учения, которые проходили недалеко от моста. Позже движение транспорта восстановили, пишут местные телеграм-каналы. «Иван Хур» – самый современный на сегодняшний день разведывательный корабль, который находится в составе российского флота. Судно решает задачи обеспечения связи и управления флотом, ведения радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, а также слежения за компонентами американской системы противоракетной обороны. Оборудование корабля позволяет обнаруживать радиосигналы и определять местоположение их источника.